Почему нельзя снимать? Почему снимать нельзя? На сцене нет. Здесь, пожалуйста. Я вроде договаривался с федерацией, что везде будут снимать. Не было таких указаний. Ну вот я просто вот, только что разговаривал с Ткачевым. Иди снимай. Ничего. Ну, снимайте, да. Вот только не на сцене. А почему у нас? Это самая интересная партия на сцене. А как мы будем продвигать шахматы, если мы будем чемпионат мира не снимать? Не надо ничего думать, что вы продвигаете себя. Давайте так все-таки. Ну, вы считаете, что я не продвигаю? Нет, я считаю, что вы большую работу делаете. Большую работу по популяризации. Так, почему нельзя? Я все-таки хочу. В данном случае сейчас напряжение возрастает. Я не хочу, чтобы участникам... Так, то есть это ваше... Я просто хотел сказать, что это ваше решение лично. Это не мое личное решение. Кто может, скажем, отменить ваше решение? Думаю, что никто. То есть никто. Все, спасибо.